Здравствуйте, уважаемые коллеги, зрители моего канала. Сегодня мы хотим поговорить с моим коллегой Кириллом Слободько, представителем Санкт-Петербургского университета технологии и управления, о достаточно серьезном вопросе, а именно о психологических ресурсах. Действительно, часто при нехватке психологических ресурсов человек оказывается не способен что-то сделать, что-то завершить, а часто даже представить что-то, да, вот хотя бы поставить цель, хотя бы осознать эту цель, хотя бы понять, чего именно он хочет. Да? Очень часто люди говорят, хочется чего-нибудь. И мне это очень часто напоминает анекдот, когда человек приходит к врачу и говорит, выпишите мне какое-нибудь лекарство, чтобы помогло. Он говорит, а выберите что-нибудь сами. Вот приблизительно та же самая история. Когда нет цели, тогда непонятно, чего человек хочет достичь. Для того, чтобы понять то, что он хочет, нужно потратить психологические ресурсы на это, потому что понимание своей цели, выстраивание картины будущего требует энергии. И это действительно важно. Когда-то на телевидении была передача, называлась «Чего хочет женщина». Если не ошибаюсь, через полтора года проект закрыли, потому что так и не разобрались. Почему? То ли ресурсов психологических не было для постановки цели, то ли почему? Ну, потому что у женщин довольно много, и цели достаточно разные бывают. Да? И поэтому вот разбирать все то, что хочется, конечно, бывает сложно. Ну, я могу сказать и о мужчинах то же самое. А что вот непосредственно для мужчины оказывается важным, значимым? Конечно, вопрос достаточно непростой. Но, с другой стороны, конечно, вот у кого-то этот ресурс есть, у кого-то достаточно энергии. Кто-то тратит этот ресурс на болезнь, на переживания, на адаптацию. То есть есть достаточно много энергозатратных переживаний, которые требуют этих ресурсов. И часто человек их тратит немножко не на то, чтобы создавать что-то новое. И вот хочу начать, пожалуй, вот с чего, Кирилл. Скажите, пожалуйста, если ресурсов не хватает, что вы можете порекомендовать, что можно здесь сделать? Я считаю, что первое, что человек должен сконцентрировать свое внимание на том, что у него есть в жизни, а не думать о том, что он хочет, что в будущем, что у него может появиться, ну, какие-то желания, которые на данный момент труднодостижимы. То есть довольствоваться тем, что есть, и слава богу, я правильно понимаю? Ну, я бы не сказал довольствоваться, по крайней мере, принять ситуацию такой, какая она есть. То есть это, я думаю, что это на первом этапе самое главное. Ну, иными словами, если я правильно понял, да, то есть это почувствовать свои возможности, почувствовать свои некоторые состояния, которые окажутся более целесообразными. Ну, хорошо, свои силы. Понять, почувствовать свои силы. Ну, человек почувствовал свои силы, а дальше? Второй этап – это найти те моменты, в которых человек максимально получает положительные эмоции. У каждого человека они разные. Есть, конечно, несколько общих. Они разделяются как на внешние, так и на внутренние ресурсы. К внешним относятся семья, друзья, общение, какие-то социальные роли, книги, хобби, любимое дело. То есть человек должен прям вот осознанно подобрать для себя то, что ему поможет выйти, выйти из кризисной ситуации и набрать какие-то первоначальные ресурсы. Хорошо, вы это сказали, только тут такой вопрос. А если человек не может выйти из кризисной ситуации, как он тогда, он же будет тратить этот психологический ресурс на переживание кризисной ситуации? И, естественно, выйти оттуда не получится, он будет как машина буксовать. Чем больше он будет пытаться выйти из этого состояния, тем больше он будет погружаться в него еще глубже. И тогда как выходить из этого состояния? Вы знаете, вот давайте мы сейчас вот с чего начнем. Такой вопрос очень важный. Что такое психологический ресурс?
Психологический ресурс – это ну, внутренние и внешние какие-то компоненты, которые наполняют человека энергией, как физической, так и психической. Хорошо. Вот, то, что вы говорите вот в пункте втором, мне напоминает больше по Алексею Алексеевичу Ухтомскому как раз хронотоп, пространственно-временную константу, то есть то состояние, в котором, пребывая в котором, у человека меняется восприятие времени. То есть время либо ускоряется, когда что-то интересное, время всегда пролетает очень быстро. Или степень значимости, да, когда для нас значимо общение с каким-то человеком, общение с ним пролетает моментально. Или наоборот, ну, все мы когда-то учили в школах или в университетах, и, разумеется, к доске пойдет, сейчас пойдет к доске, и это тянется бесконечно долго время, да, если не находится какого-нибудь зазнайка, который говорит «я». Обычно его не вызывают, а остальные сидят и мучаются. Да, и вот они мучаются, кажется, это бесконечно долго растягивается. Почему? Потому что это отрицательный хронотоп, то есть то, чего человек боится. И это вызывает у него состояние тягостное достаточно. Кстати, когда человек ожидает чего-то негативного в будущем, обычно время летит очень медленно. Почему? Потому что он предвосхищает, да, это время. Ну вот у меня были серии передач на тему времени, и лекции тоже, посвященные как раз феномену психологического времени. Вот это как раз такая тема очень своеобразная. То есть вы сейчас сказали о том, что человек сначала должен осознать свои возможности, то, что у него есть, и то, что для него актуализировано. То есть перед тем, как начать поход, нужно сначала подготовиться к походу. Да? То есть это подготовка к походу, условно говоря. Угу. Второе, то, что вы сказали, это как раз постараться найти варианты получения этого ресурса из разных состояний, которые для человека важны. Ну, я думаю, все равно там что-то может быть более проблемным, что-то менее проблемным. То есть найти те темы, допустим, любимое дело, любимая работа, семья и так далее. Да? То есть те вопросы, которые для человека значимы. Не все сразу, а именно то, что для него значимо. В первую очередь, если это даст ему какую-то энергию. Но если мы вспомним, допустим, Франца Антона Майсмера, вот он когда-то еще в 18 веке говорил, что человек черпает энергию, или мы бы сказали, внутренний ресурс, из следующих вот переживаний. Это вода, еда, воздух и положительные эмоции. То есть пить правильную воду, есть правильные продукты, но в 18 веке они были, надеюсь, немножко более правильные, чем у нас все в химии, так же, как и с водой. То же самое касается и воздуха, допустим, да, и положительные эмоции. Вот положительные эмоции тоже бывают разными. Допустим, кто-то радуется, что у соседа сарай сгорел, а кто-то радуется за человека, у которого что-то, ну, как бы хорошее случилось. То есть радость тоже бывает разная. Или, допустим, радоваться за себя. Кто-то за других умеет радоваться, а в плане себя радоваться не умеет и не принимает того, что с ним происходит. То есть радость тоже, она достаточно разная. А некоторые получают положительный ресурс через самоуничижение. Это очень интересный такой вот выход. Человек, принижая себя, получает какую-то энергию дополнительную. То есть через негативные переживания он черпает какой-то ресурс. Иногда это помогает. Ну вот в книге «Психология трансовых состояний» я, допустим, описывал, как некоторые наши поэты или писатели черпали вдохновение. Допустим, Пушкин, если вдрызг не проиграется на очень крупную сумму, вдохновения нет. Вот проиграется, вдохновение есть. А не проиграется, не получается писать. Есенин. Сначала напиться, подраться, после этого день-полтора переживать, а потом пишется хорошо. То есть, смотрите, сначала негативные какие-то переживания, а после этого получается вдохновение, пошел ресурс. То есть сначала нужно взять что-то негативное, и после этого идет положительное. То есть преодолевая негатив, получается что-то хорошее, как один из вариантов. Не говорю, что он лучший или удачный, просто бывает по-разному. Наверное, здесь нужно оценивать на основании, ну, в общем, то, что человек создает, насколько это оказывается ценным и важным. Очень часто люди, преодолевая себя, получают какой-то положительный ресурс. Хотя я всегда говорю,
через страдания получить положительный ресурс может быть и неплохо, но, наверное, и если это какое-то произведение или это что-то важное для других людей, вот если он создавал это в страданиях, то, наверное, и другие будут читать такую книгу, тоже страдая. И они через страдания тоже могут получать какой-то ресурс. Но мне это напоминает какой-то очень тяжелый учебник. Такой вот тяжелый, очень сложно, трудно читаемый и очень сложно воспринимаемый. Наверняка у каждого из нас в жизни таких учебников было как минимум несколько, когда там что-то написано, и вроде бы даже земными людьми. Но что конкретно, вот какой посыл? Посыл читается какой-то другой от автора, да, и поэтому он воспринимается не совсем правильно. Хорошо, третий пункт какой? Я про внутренние ресурсы еще не договорил. Человеку нужно, во-первых, поменять восприятие к себе, к окружающему миру, максимально включить осознанность, заняться своей самооценкой, подпитаться энергией, то есть получить какую-то базу энергии, чтобы он смог начать двигаться вперед уже более осознанно. Но вы имеете в виду электрошокер? Ну, как я сказал уже, что для каждого человека все по-разному, может, кому-то и этот способ подойдет. Вот, хорошо. Ну, я когда-то так определял внутренний ресурс, состояние психики, в котором человек способен черпать энергию для достижения поставленных целей и получать эстетическое и моральное удовольствие от мыслей о нем. Да? И отсюда ресурсами могут выступать сверхморальные ценности, социальные какие-то, религиозные идеи, важные жизненные цели, увлечения, там, какие-то позитивные переживания. Но самое главное, благодаря включенному ресурсу человек способен выйти из каких-то сильных стрессовых или трудных жизненных ситуаций. И вот иногда, когда приходится работать с отдельными случаями, я говорю, я вам ресурс включать сейчас не буду психологически, до тех пор, пока вы не подготовите некоторую основу. Иногда вы можете включить ресурс у человека, но после этого включения ресурса он растратит его на свои переживания. То есть пока он не решит эти переживания, идти дальше нежелательно. Нужно сначала вот сделать так, чтобы эта энергия тратилась именно на то, что для человека оказывается важным и значимым в первую очередь, а потом уже идти вперед. Вот. Включаются ресурсы тоже по-разному, но вот какие, соответственно, еще вот вариации по поводу ресурсов вы можете здесь назвать? Вот Эрик Фромм сказал, что есть три психологических ресурса. Это надежда, рациональная вера и душевная сила. То есть, интересный такой вот момент. И я думаю, что вот как раз на первом этапе это должно человеку помочь. Надежда, да, вселить надежду. Согласен. Но надежда – это возможность. Тогда, может быть, мы вспомним Сонишайна, Сонди, который говорил, что прежде всего должна быть вера. Если человек верит, он становится сильнее. И вот недавно, когда я рассказывал про Сухого Кобылина, Александра Васильевича, вот он говорил очень интересные вещи, посвященные молитве. Молитва – это самоочищение человека. И, как бы сказать, благодаря молитве человек становится более легким в мире. Вот. По Сухого Кобылину, конечно, немножко все это забавно выглядит, писал в 1898 году, чем быстрее человечество передвигается, тем ближе оно к новому уровню человечества. Ну, правда, начинал с велосипеда, был заядлым велосипедистом. Ну, повторюсь, это конец 19 века, поэтому тогда велосипед – это что-то прогрессивное.
Вот. И не было еще наших вот этих самокатчиков или электровелосипедистов, которые разводят разные продукты, иногда врезаясь в пешеход. Да, то есть это вот немножко не то, что ускорение какое-то мышление, но я бы сказал немножко по-другому. Сухого Кобылин имел в виду то, что мысль человека должна быть более легкой, более стремительной. Чем он более стремительно и быстро мыслит, тем более свободным он становится. Логика достаточно интересная здесь. А стремительная мысль – это увлеченность. Это увлеченность. Но начинается она с веры, с элемента веры. Когда человек во что-то верит, он становится сильнее. То есть вот если заменить надежду на веру, вот получается как-то более целесообразно. Когда человек верит в то, что он может выздороветь, выздоравливает, когда ему говорят, что ну, я надеюсь, все получится. Вот надежда подразумевает под собой 50-50. Либо да, либо нет. Поэтому... То есть первоначально мы ставим рациональную веру. Ну, вера, может, вера вообще рациональной как таковой быть может, это убежденность. В ней должно быть что-то иррациональное, потому что это тоже важно. Потому что это не то, что вера в чудо. Ну, если вот, вы ездили на баранкой «Жигулей», там часто вера в чудо присутствует еще, потому что как-то такое бывает. Нет, в данном случае вера больше в созидание. Вот то, что Эйнштейн называл вера в Творца. То есть вера в творческую составляющую любого человека. Вот, а у человека в его мышление, творческую составляющую его мышления. Вот когда эта вера присутствует, это не религиозная вера. То есть это вера в Творца, прежде всего, не в Бога, а в Творца, то есть в того, кто это создал. То есть мы являемся повторением практически, да, вот создателя в определенной степени, безусловно, на более таком низком уровне, нежели чем что-то божественное, но все равно. И вот эта вера, она нужна. Когда человек верит в то, что это будет, это складывается. То есть вера, конечно, это очень важный элемент психологического ресурса. Остальное, да, я согласен, вполне хорошо работает. А вот, Кирилл, какие техники для восполнения психологических ресурсов вы можете порекомендовать? Ну, очень хорошие техники есть в НЛП. Это установка якоря, рефрейминг. Ну, вы тогда объясняйте, что это такое. Вот. Хорошо. Рефрейминг – это... когда человек какое-то событие или какое-то действие преображает в другую рамку, то есть в другие смысловые значения. Ну, то есть картину, он меняет одну рамку в картине, но другую картину остается тот же самый. Да. То есть, грубо говоря, меняет свое отношение к какой-то происходящей ситуации. Ну, то есть это получается «Лиса и виноград», условно говоря, да, басня? Mm-hmm. Он еще не спел, и вот уже ресурс появился. Если я правильно понял. Ну, я думаю, что правильно понял. Ну вот, смена рамок, конечно, она может быть интересной, но она больше тогда снимает фрустрацию, нежели чем дает что-то большее. То есть она снимает некоторое напряжение, сожаление о том, что что-то могло не получиться, как один из вариантов. Ну, действительно, вот, допустим, у Курта Чемпиона Тойча было очень интересное правило, что все, что происходит, все, ну, прежде всего, удачно происходит. То есть любая ситуация в жизни, которая с нами случается, она удачная. То есть кто-то говорит, к сожалению, я вот, допустим, когда я общался с нашими китайскими коллегами, они говорили так, к сожалению, я не оканчивал ваш университет. Я потом Куаров спросил, а что это означает? Они говорят, ну у нас так принято, это форма вежливого общения. К сожалению, я, допустим, да. То есть что-то не случилось, допустим, да. То есть он учился в другом, ну в Пекинском университете учился, а не в Московском, допустим, да. То есть это вот такая история может быть. Ну,
Действительно, здесь вот, считать себя удачливым тогда хорошо помогает поменять рамку. Ну хорошо, а если мы говорим о анкоре или якоре, или корении? Установка якоря – это когда человеку… какое-то положительное событие делают запоминающимся, и чтобы он на него мог ориентироваться. Ну да, да. Ну, эти якоря, кстати, очень хорошо работают. Допустим, вы приезжаете отдыхать куда-то, перевожу на русский язык, место силы, да, и покупаете там сувенир. То есть это называется предмет из места силы. И в следующий раз, когда таких предметов из места силы обычно накапливается большое количество, сначала в качестве сувенирщика, потом магнитиков и прочей всякой ерунды, которые обычно человек приводит, так называемых мест восстановления энергии. И потом эти вот странные, достаточно символические такие вот предметы возобновления энергии у нас лежат мертвым грузом. Тоже очень интересно. То есть мы получаем энергию, но не знаем, как ее толком тратить, распределять. Вот эти магнитики наши пошли. Потом они традиционно либо дарятся, либо выбрасываются, либо куда-нибудь складываются. То есть мы получили эту энергию, и мы как-то ее израсходовали, условно говоря. Но на самом деле такие предметы, такие вещи-посредники бывают очень интересны, если это значимо. Когда вы берете в руку или смотрите на вот подобные предметы вместо силы, по логике вы должны вспоминать то, что там происходило, если вы заикарили это состояние, да, и вы заново включаете эту энергию, это очень важно. Ну, а вещи-посредники также могут быть достаточно разными, допустим, вещь-посредник религиозного плана, это там крестик, полумесяц, звезда Давида, там неважно, если что-то имеет, ладанка, да, и так далее, если что-то имеет какую-то направленность, именно энергетическую такую, допустим, с позиции веры, это тоже очень хороший якорь такой, действительно якорь, который выполняет ту же самую посредническую функцию. Обручальное кольцо, пожалуйста, это та же самая история, которая тоже для кого-то дает якорь. Да, достаточно интересно. То есть это тоже якорение некоторых состояний, которые для человека могут быть важны. И действительно, если мы осознанно или неосознанно заякорим какие-то свои положительные состояния, которые нам нравятся, то можем их периодически вызывать. Обычно, если это украшение, допустим, для женщины, если она носит какое-то украшение, которое для нее значимо. Угу. Не просто украшение. Просто украшение, оно просто украшение. Если для нее значимо, это действительно ресурс. А для мужчин это могут быть тоже аксессуары какие-то определенные, там ручка, я не знаю, там заколка для галстука, как один из вариантов, часы. А для кого-то ресурсом являются ключи от автомобиля. И зачем-то он при общении с другими людьми периодически ключи достает. Он, наверное, хочет неосознанно похвастаться, что у него есть ключи. Может быть, в прошлой жизни он ключницей был. А тут решил непосредственно ключи продемонстрировать. Хотя мы прекрасно понимаем, для него вот этим ресурсом являются не ключи как таковые. Ключи – это всего лишь навсего вещь-посредник, которая дает ему больше свободы в передвижении в пространстве. Вот откуда идет эта ценность. То есть, да, вот с якорением я согласен. Вот. А есть ли какая-то схема действий при восполнении ресурсов? Ну, в принципе, мне кажется, что сначала необходимо включить осознанность, чтобы понять, как самому себе помочь. Я думаю, что вот как раз с помощью ведения дневника, да, записи своих эмоций, впечатлений, состояний, можно как раз включить осознанность и потихонечку начинать выяснять свои истинные мотивы, потребности, желания. Ну, согласен, но здесь тогда нужно четко отделить ведение дневника от ведения блога. Согласен. Это раз, потому что блог – это для других людей, а дневник – это только для себя. Как у Льва Толстого было два дневника, ежедневно вел два дневника. Один держал на рабочем столе, а второй никто об этом не знал, но все об этом знали. В
сапоге держал. Он был секретный дневник, туда записывал свои секретные мысли. Вот, то есть тоже было достаточно интересно. То есть вот эти вот ведения дневников, рукописных дневников, это, я согласен, действительно очень интересная техника, при помощи которой мы можем осознавать то, что с нами происходит. Вот человек устроен очень необычно. Если мы переживаем какое-то состояние, но не проговариваем его вслух, оно в нашей голове, если это негативное переживание, становится сильнее, оно усиливается. А у русских все в поговорках. Не так черт страшен, как его малюют. Допустим, да, поговорка. То есть у страха глаза велики. То есть здесь как раз до тех пор, пока мы не вербализуем и не материализуем то, что нас беспокоит, то есть не проговорим вслух или, может быть, не нарисуем или не вылепим там, из пластилина, там, из воска, из теста, вот какое-то состояние. Из теста очень интересные техники, кстати говоря, тоже есть. Тоже можно лепить, и самое главное, крепкая получается продукция, если ее засушить. Вот, то есть вербализация или материализация переживаний способствует тому, что мы начинаем видеть то, что нас беспокоит, контролировать это и получаем положительный ресурс, потому что видим в реальности то, что нас беспокоит, не имеет столь большой значимости, как кажется. Кстати, очень своеобразная история, когда человек постепенно приходит к суициду, когда его переживания начинают преобладать, и он уже либо обесценивает все полностью, не видит никакого решения этой ситуации, либо страх его настолько силен, что он по-иному не может также видеть эту ситуацию, кроме как уход из жизни. На самом деле никакого результата не дает, и в разных религиях одинаково относятся к самоубийцам, ну, пожалуй, кроме японцев, только там самоубийство все-таки считается чем-то благородным таким. Или в офицерство, да, когда человек застрелился, да, допустим, да, в случае каких-то там, ну, офицер, как правило, вот, таких проблемных ситуаций. Но все-таки если говорить о мистических разных подходах, самоубийца после смерти продолжает переживать то же самое состояние, в котором находился до момента совершения преступления. Самоубийство — это, к сожалению, преступление. Вот, поэтому тоже получается довольно интересная история. Когда мы материализуем наши переживания, мы их начинаем видеть, нам становится проще. Это та же самая сублимация по Фрейду, да? Именно сублимация. Фрейд или Фрейд одинаково, на разных языках по-разному можно говорить. Правильно Фрейд, потому что по-немецки Фрейд. Нравится, можно называть Фрейд. Это я не вам говорю, просто некоторые зрители спрашивают, почему неправильно называть. Ну, понимаете, на каждом языке по-своему звучит вот та или иная фамилия или имя, но называть лучше, конечно, так, как человек сам произносил свою фамилию, а не так, как она звучит на другом языке. Вот, а значит, какие тут еще вариации могут быть? Вот если мы говорим о том, как можно включить внутренний ресурс. Вот вы говорили, что можно подключить любимый хронотоп, да, вот, то есть любимое дело, любимое увлечение. Когда человек начинает этим заниматься, он включает этот ресурс. У русских есть поговорка «конек», это мой конек. Да, то есть он вскочил на этого конька, и его уже не удержать. То есть вот он увлекается излишне. Это как Николай Николаевич Дроздов начинает рассказывать о земноводных. Да? И вот когда он начинает, ну, на самом деле, о любых животных рассказывать с огромной любовью, это его тематика. Очень жаль, что у него была передача «В мире людей», и вышла всего лишь, кажется, только то ли одна передача, то ли две, потом проект закрыли. То есть его амплуа с точки зрения «В мире животных» как-то шло гораздо лучше. И посчитали, что рейтинг низкий передачи «В мире людей». Хотя сомнительно. Просто нужно было немножко, чтобы люди привыкли к этому амплуа этого удивительного человека. То есть вот любимое увлечение, безусловно, важно. И вот для меня, ну, вот когда я Николая Николаевича вспоминаю,
Я еще не видел ни одного человека, который бы не стал улыбаться. То есть это вот как раз вот для нас Дроздов – это увлеченный человек, который любит свое дело. Вот это показатель настоящего, ну, если мы говорим о Эвери Шостром, это биофил, да, это, или это актуализатор, человек, который получает удовольствие от общения с живой природой. По Фрому это биофил назывался. Просто Фром делил на некрофилов и биофилов. Некрофилы – это те, которые больше с техникой общаются, нежели чем с живыми людьми. Вот. А дальше, что здесь можно, кроме вот этого хронотопа любимого, включить? Это подключение любимого цвета или комбинации цветов. Человек окружает свое социальное пространство или свое пространство биологическое, да, теми цветами, которые ему больше нравятся. Правда, есть те, которые считают себя жертвами цвета, и тогда они не осознают это. Я помню, как-то раз приехал в Питер, родственницы, а тогда были очень популярны такие блестящие обои, они так все блестели, вот, считалось вроде красиво. И когда-то была большая комната, она такого коричневого цвета с блестяшками. Знаете, ощущение было очень странное, как будто вот ты входишь в какой-то склеп. То есть вот когда отдельно, вот если вы вырежете кусок этой обои, да, вот, и в рамочку повесите где-то на стене, очень красиво смотрится. А когда вы полностью обоями этого цвета оклеиваете пространство, в котором вынужденно вы будете находиться как минимум несколько часов в день, получается достаточно сложно, потому что коричневый цвет – это телесные переживания, часто не очень хорошие, что-то болит и так далее. Я спрашиваю, ну как он здесь? Она говорит, ну а что-то как-то не очень нравится. Разумеется, не нравится, потому что кто такой коричневый цвет? Фиксация на переживаниях тела. И вот неосознанно человек сразу начинает. Это болит, это не так, здесь еще что-то заныло, здесь что-то режет, здесь болит и так далее. То есть это неудивительно. То есть свет. Часто люди становятся заложниками этого цвета. То есть нужно правильно подбирать для себя ресурсные цвета. Тот цвет, который для вас является сильным, приятным, можно какой-то элемент комнате, допустим, именно это, подобрать под этот цвет. Это же касается и цвета одежды, то есть можно подбирать эти цвета, чтобы они как-то часто были у вас перед глазами. Мало того, учитывая то, что цвет мы чувствуем кожей, именно кожей, а потом зрительно, потому что цвет – это все-таки некая волна, да, вот, то, соответственно, тоже это было бы важно. Ну и еще что я здесь могу сказать, это актуализация каких-то важных позитивных переживаний и своего прошлого, если они есть. Очень часто бывает, люди не могут в своем прошлом вспомнить что-то позитивное, что-то положительное. То есть либо они черпают тогда энергию из самоуничижения, что бывает. Встречали, надеюсь, да, таких людей? Вот это плохо, вот это не так, лучшего я не достоин, вот это плохо, так не надо и так далее. Ну, начинают развлекаться по полной программе. Помните, Кощей Бессмертный сначала взорвался, потом повесился, потом сделал себе харакири, потом выбросился с башни. В общем, весь день развлекался как мог. Вот приблизительно та же самая история. И вот человек начинает заниматься самоуничижением по-разному, и от этого получает какое-то удовольствие. Я думаю, у Александра Сергеевича Пушкина вот это вдохновение тоже шло через некоторые ощущения, что ну, серьезная проблема возникает. Если перевести те суммы, которые он проигрывал там на современные деньги, то получится очень крупная сумма. То есть там миллионы и миллионы. То есть, разумеется, тема серьезная. Федор Михайлович Достоевский наш, который тоже этим весьма увлекался, он же был игроманом, причем неизлечимым игроманом. Сюда добавить еще и его эпилепсию, в общем, получается очень непростая история. То есть там все было не так просто, как нам кажется. Неудивительно, что такой сложный характер и такие гениальные вещи получились. Вот, то есть здесь вот очень важно то, что увлечение, да, что такое увлечение? Это форма психологической зависимости, это тоже зависимость, конечно, зависимость, только она положительная зависимость. Когда человек увлекается, ему становится лучше. Он оказывается в привычной для себя среде. А если мы убираем это любимое увлечение или хронотоп, мы его убиваем. И такое, к сожалению, тоже бывает очень часто. Когда человека лишают любимого дела, он постепенно начинает себя уничтожать. Поэтому здесь вот с позиции ресурсов, конечно, вопрос очень важный. Кстати говоря, еще такой момент.
Ведь проблематика психологического ресурса, я думаю, одна из очень важных проблем в наше время. Потому что человек без энергии, человек в депрессивных состояниях, человек, переживающий трудные жизненные ситуации. Вот недавно я на канале опубликовал как раз тему, я давал большую лекцию, здесь я дал всего немножко. То есть это реабилитация людей после военных действий, допустим. Да, то есть вопрос достаточно нужный, актуальный. Очень много, кстати, запросов. Я не ожидал, что будет вот такой как бы интерес, большой интерес. Но это действительно важно. Нет, то, что он есть, я знаю, но просто я не думал, что настолько много будет проявляться с точки зрения вопросов, с точки зрения момента. Вот смотрите, человек, который получил какое-то сложное переживание. Война — это всегда тяжелые переживания. Человек, который проходит через войну, он старается потом о ней не вспоминать. Это то, чем люди отличаются. Люди, которые воевали в действительности, не любят это вспоминать. Говорят, ну расскажите там о своих подвигах. О подвигах обычно истероиды рассказывают, которые не воевали. А те, которые воевали, стараются отшучиваться, молчать или переводить тему. То есть это типично совершенно. Почему? Потому что там был получен отрицательный ресурс. Люди, которые проходят через военные ситуации, они и выглядят более старше по возрасту, по сравнению со своими сверстниками, они стареют быстрее, они скорее изнашиваются часто. Почему? Потому что слишком серьезные переживания. И это, кстати, элементарно проверить, допустим, по фотографиям людей до Великой Отечественной войны и после Великой Отечественной войны. Видно, насколько люди сильно сдали в возрасте. Это же касается, собственно говоря, и нашего времени также, но вот сейчас мы переживаем тоже довольно специфический эффект. Если мы говорим, допустим, фронтовое братство, если мы говорим идеологическая какая-то поддержка, если мы говорим о наградах, да, это положительный ресурс. Но они как раз больше познаются через отрицательные ресурсы. То есть здесь тоже нужно эти ресурсы положительно включать. Вопрос серьезный, вопрос очень серьезный, потому что часто человек после подобных ситуаций обесценивает все, что было там. Обесценивает, точнее, свою роль там, или, допустим, свои поступки, или то же самое сожаление, что он выжил только один. Вот это тоже тема очень специфическая. Остальные погибли, а он выжил. То есть это чувство вины сильное, которое часто потом может приводить и к суициду. То есть здесь тоже вопрос очень важный, очень актуальный, психологический ресурс. И с одной стороны, казалось бы, просто, ну, увлеклись. Ну, вот посмотрели, что есть вокруг нас сейчас. В реальности мы не ценим того, что есть вокруг нас сейчас, и вы верно совершенно сказали, что сначала постараться оценить то, что есть рядом с вами. У русских все в поговорках, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Мы можем говорить это в плане социального окружения, материального окружения. Можем говорить и о мышлении ампутанта. Это ведь тоже достаточно тяжелая тема, потому что все равно это же ломка некоторое восприятие, да, вот себя в мире, восприятие своих возможностей. То есть это тоже достаточно серьезный момент. Понять, что вокруг нас, что мы можем ценить, что для нас важно, чрезвычайно важно. Понять, что мы хотим. Вот если бы люди умели ставить цель так, чтобы они могли захотеть достичь этой цели, было бы здорово. Чаще всего цели для людей сочиняют другие. Рекламщики. Я хочу себе новую модель того-то, того-то. Там, не важно чего. Машина, телефон, компьютер. Да без разницы. Вот. Почему не важно? Для вас цель придумали. Придумали эту цель. И вы эту цель хотите достичь. Почему? Потому что лень думать самостоятельно. И тогда люди начинают шаблонно эти цели видеть. А шаблонные цели не дают никакого ресурса. Они очень быстро обесцениваются. Может быть, вы обращали внимание на это? Да, замечал, что когда люди вот как раз вот такие цели себе ставят, и когда их достигают, то особого удовольствия они от этого не испытывают. Посмотрите, еще дипломная работа, да, вот когда пишут, что студент обычно говорит, мне часто студенты рассказывают, Дмитрий Анатольевич, вы не представляете, как тяжело писать дипломную работу. Ну, конечно, не представляю, я 4 дипломных писал, там, не считая диссертации и прочее. Конечно, не представляю, мне это сложно представить. Вот, но
Что они делают? Они сидят, как же мне тяжело писать. Они ресурс отрицательный включили у себя в голове, отрицательный ресурс. Писать тяжело. И что получается? Во-первых, не пишется, а во-вторых, тяжело. То есть тяжело от того, что не пишется, и тяжело от переживания того, что тяжело от того, что не пишется. В общем, как там у Ивана Васильевича, не приставай к царю. В общем, сидит он, и вот не надо к нему приставать, потому что не пишется. А под конец получается еще интереснее. За 1.5-2 месяца до защиты дипломной работы очень часто ломается компьютер. И все полностью стирается. Это вот из года в год повторяется. Это постоянная история. Абсолютно постоянная история. Вот почему? Потому что негативное мышление формируется. И человек каким-то образом воздействует на технику вот, благодаря своим отрицательным переживаниям. Ну, соответственно, техника отвечает также. Ну, это не мистика. Когда вы общаетесь с домашним животным, может быть, вы обращаете внимание, животное отвечает. Да? То есть оно там испытывает эмоции, оно может жаловаться, оно проявляет любовь, там, радость и так далее. Что лучше бы было, нежели чем месть кошачью в тапочке. Да? Вот. А то как-то раз, я помню, въезжаю на территорию Финляндии, чувствую что-то там от кого-то, я в автобусе тогда ехал, от кого-то там так несет чем-то. Это была моя обувь. Вот моих знакомых, у которых я остановился перед отъездом в Скандинавию, я ему, наверное, не понравился. И он решил вот выказать свое фи. Вот, поэтому в Финляндию я въехал с особым запахом. Вот это было, конечно, тоже забавно. Но если животные свои эмоции какие-то выказывают, почему мы не можем также воздействовать на технику? С машиной можно договориться часто, если вы ее чувствуете, то есть чувствует механизм. Водитель любой, безусловно, кожей чувствует состояние автомобиля, на котором он едет. Ну, не первый раз, когда много раз, допустим, да? Приходится ездить на этой технике, он уже ее воспринимает как часть себя. Почему есть выражение «я иду по трассе». Не в том плане, что шла Саша по шоссе, да, а в том плане, что он идет по трассе, то есть он едет. Не едет, а идет. Вот. То же самое касается и компьютера. А если дать установку, положительную установку, что пишется легко и с удовольствием, а установку это можно дать. Получается, что пишется легко и с удовольствием. Кажется странно, и вообще как-то вроде бы к делу не относится, а вот, к сожалению, относится. Негативные мысли нам проще всего порождать, чем что-то положительное. И когда мы порождаем отрицательное, мы тоже получаем ресурс, только отрицательный ресурс. То есть нужно смотреть, мы ресурс получили для какой цели. Человек часто получает отрицательный ресурс, чтобы обесценить что-то. Что он говорит? Это не для меня. Я этого недостоин. Или недостойно. Вот, лучше страдать. И страдает. Ну, здесь, наверное, нужно его оставить, пускай посидит, пострадает, немножко поиграется, может быть, немножко отпустит его. Вот. А положительное, безусловно, важно в каком плане? Если человек выстрадал в определенной степени, а с душой сделал свою дипломную работу, то по защите этой работы то, что он сделал, то, что он написал, будет для него ресурсом. Если человек по получению диплома и защите дипломной работы до этого, да, испытывает нежелание это читать или повторять, это означает только то, что он не выложился полностью или не получил положительного ресурса. Вот он ресурс. Ресурс – это не как бы сам факт, не сам статус. Ресурс – это то, что для нас оказывается важным. Вот результат нашей деятельности, нашего труда. Вот это ресурс. Ну, хорошо. А вот такой вопрос. Допустим, как исправить свои привычки к отрицательному мышлению, на ваш взгляд, с точки зрения получения ресурсов? И часто люди страдают. Вот, им нравится страдать, они играются. Но ведь это для них ресурс, другого ресурса нет. И человек может сказать, погода отрицательная, мерзительная, противная. Люди тоже так себе. И вообще и жизнь такая же. Вот он получил отрицательный ресурс. Некоторым ничего другого и не нужно. Они становятся allspice. Allspice – это старый перечник, буквально перевод.
У нас так назывались какие-то лосьоны для мужчин. С тонким намеком. Кто им пользуется, тот вот... У русских есть другая фраза, но я не буду ее использовать. Хорошо. Я считаю, что человек просто должен свои понимания каких-то ситуаций рассматривать более широко и с разных точек зрения. То есть, если у него есть, например, ну, на какую-то погоду, например, дождливую, сразу такое выражение, типа «мерзкая погода», ну, стоит попробовать посмотреть или вспомнить какую-то ситуацию, когда ему было приятно бегать под дождем. Ну, то есть, вспомнить... Это вы понимаете свой родной город, Петербург, да? Да. Но у нас в Петербурге очень многие люди, когда идет дождь, сразу начинают говорить какие-то негативные вещи. То есть сразу... Ну, бегать. Так, ладно, хорошо. Ну, да, город непростой, но Хельсинки гораздо более мрачный город по восприятию, нежели чем такой вот имперский Петербург, хотя бы центр города, да, то есть там все равно как-то, ну, выглядит достаточно красивым. И город особый, город очень непростой, но все равно. То есть по возможностям... Человек, который имеет отрицательную какую-то установку, должен заменить ее на положительное восприятие. То есть найти там что-то хорошее. То есть опять рефрейм. Получается. Только рефрейм. Ну почему? Он должен же еще не только просто поставить в другую рамку, да, эту ситуацию, но и по ощущениям. То есть принять для себя эту рамку внутренне. То есть он должен чувствовать вот этот, вот это состояние. Ну, вы имеете в виду в НЛП о модальности, да? То есть там кинестетическую, визуальную, аудиальную, да? Вот именно эти. То есть он должен максимально их прочувствовать. Естественно. То есть у меня у самого... Согласен, да. У меня у самого, как у жителя Петербурга, было раньше на серое небо и дождь, очень негативное такое отношение было. И вот сейчас оно поменялось. То есть даже если идет дождик, я сразу как-то... Нет таких мыслей, что это плохо или, ну, мерзко, слякотно там. То есть у меня сейчас не всплывают такие ассоциации. Сейчас наоборот, ну, то есть как бы идут такие слова очищение, то есть свежесть. Очищение – это искупление. То есть когда идет дождь, он искупает, ну, можно искупаться под ним. Русский язык в этом плане довольно своеобразный. То есть он искупает то, что было раньше, то есть он очищает полностью, да, в определенной степени. Тогда в этом городе много людей святых. Кирилл, а вот такой вопрос, вот какие техники для включения ресурса вы можете порекомендовать, посоветовать, что здесь будет важно? Потому что менять рамку, конечно, неплохо, а заниматься только любимым делом, тоже неплохо, но жизнь такова, что мы часто занимаемся теми делами, которые нам могут не особо нравиться, но нам приходится их делать. Допустим, кому-то нравится готовить, кому-то не нравится. Кому-то нравится убираться в доме, кому-то не нравится. Да? Кому-то нравится сидеть за баранкой вот в пробке, а кому-то не нравится. Я думаю, большинству не нравится, но все равно приходится. Да? И вот в данном случае что-то можно включить в своей голове для того, чтобы это было быстро и результативно. Ну, когда совсем человек находится без ресурсов, надо, это очень тяжело человеку сначала сделать, набрать психологический ресурс, но постепенно его надо накапливать, потому что это непрерывный процесс восполнения ресурсов. Вот, какие техники могу посоветовать? Представить себе, что у человека получается все хорошо.
У какого человека? У соседа? У какого человека? Которому нужны ресурсы. Ну, тогда, наверное, лучше говорить про себя, если я правильно понимаю, да, если мы вот говорим о техниках. Да. Или да. у соседа. Если у соседа получается какое-то самоуничижение, вот, и дальше уже я сразу вспомнил картинку одной зубоврачебной клиники, где женщина родила негритенка, вот, и рядом стоит счастливый мужчина с красивыми зубами, и написано, что главное испытывать радость. Рад, что у него хорошие зубы, и жена родила негритенка. Вот. Хорошее чувство юмора тоже неплохо, но здесь вот не за соседа радоваться, наверное, а именно за себя, да, то есть это базовая история. Да, да. Ну, то есть представить себе, что у меня получается особенно хорошо. Обязательно мысленно хвалить себя за хорошо выполненную работу. Стараться вспоминать свои позитивные качества. Например? Позитивные качества? Ну, у каждого человека свои позитивные качества. Если взять мои, да, то я мои позитивные качества – доброта, помощь близким или позитивные качества учиться, читать книги. Ну, то есть это удовольствие, это то, от чего вы получаете да, удовольствие, да. То, что вам нравится. Потому что просто позитивные качества некоторые будут обесценивать. Они скажут, вообще не стоит об этом говорить или вспоминать, а вот когда удовольствие от того, что помогать другим, удовольствие от учебы и так далее, это дает как раз то самое положительное переживание, которое здесь мы можем называть ресурсом. И мысленно необходимо проговаривать положительные установки. Например, я забочусь о своей семье, я хороший друг, я достиг кое-чего в жизни, я помогаю людям, я признаю свои ошибки, я талантлив в некоторых областях. Ленинградской, новгородской, псковской. По всему северо-западному региону. То есть я стараюсь, даже не стараюсь, а я стал лучше понимать себя. Ну, то есть вот такие установки может человек использовать. Ну, то есть самое главное, чтобы эти установки были индивидуальны, то есть именно для себя, а не для кого-то другого. Для себя. Чтобы там не было попытки самооправдания какого-то, просто в реальности определить, что эти установки для вас оказываются значимыми и нужными. Тогда они будут работать, тогда они будут включаться, и тогда это даст очень хороший результат. Вот. Только здесь нужно, конечно, еще один момент учитывать, насколько человек умеет мыслить продуктивно или позитивно. Потому что русский менталитет, он достаточно сумрачный, да, вот мы выходим на улицу, и очень часто, если навстречу нам идет человек, и, глядя на нас, улыбается, мы начинаем смотреть, там, может быть, конфуз какой-то, может быть, что-то не так, или, может быть, человек что-то задумал, вообще все это не к добру. Или, может быть, этого человека задержать, потому что он сбежал из психиатрической больницы, или он шпион. Вот, то есть здесь вот взгляд, да, взгляд мрачный достаточно, довольно мрачный такой должен быть, вот, тогда все нормально. Или, допустим, говорить только, что плохо для того, чтобы все было хорошо. Такое магическое мышление часто бывает. Говори, что все плохо, и тогда все будет хорошо. То есть тогда, я не знаю, во что там человек верит, злые духи там, или кто-то еще скажет, ой, вот у того все плохо, пойду к тому, у кого все хорошо. Вот, наверное, такое мышление. Но ведь это действительно негативное мышление. Если человек с таким мышлением начинает что-то создавать, получается «Жигули». Если он делает что-то с любовью или с удовольствием, он получает немножко другой результат. А если он думает, вот если он через страдания достигает чего-то, это страдание, ну, в общем, другие тоже будут страдать от того, что он сделал в качестве результата.
Вот, еще один момент очень важный. Здесь, наверное, все-таки это, как я уже сказал, правильно ставить перед собой цель. И вот очень часто, когда человек этой цели не ставит или ставит условную цель, допустим, хочу чему-нибудь научиться. Вот у меня в одной книжке я как раз проводил анализ ведущих слоганов вузов российских. И там, допустим, слоган одного вуза был такой: такой-то университет, у нас есть чему поучиться. Я бы туда не стал поступать. Вы бы поступили туда, у нас есть чему поучиться. Карты поиграть, там, я не знаю, покурить, вот, может быть, на лекцию сходить. То есть, чему у нас есть чему поучиться. А чему поучиться у вас? Я не знаю, чему учить. Или еще один слоган: рискни стать умным. А риск – дело благородное, конечно, но одному везет, а другому не везет. Вот учился-учился, там, отучился 6 лет, 4 на бакалавра, 2 на магистра, и не получилось, проиграл. И что дальше? Вот, ну, это риск, то есть это, наверное, более для геймеров вуз должен быть, нежели чем для кого-то еще. То есть слоган – правильная постановка цели. Когда цель ставится правильно, тогда человек понимает, к чему он стремится и что он хочет получить. А для того, чтобы правильно поставить цель – во-первых, должна быть мотивация. Вот когда вы в вуз поступали, у вас какая мотивация была? Вспоминайте, что было главным. Для меня главное было получить профессию интересную. Это первое. Второе, разбираться более в себе, более лучше. И помогать людям, которые находятся в кризисных ситуациях. Ну, то есть цель осознанная. У меня в прошлом семестре один студент очень сильно порадовал. Он ушел с психфака на стоматологический факультет. Вот. Я потом пошутил, что следующий будет гинекология, потому что он... А лучше всего тогда будет специалист в трех областях сразу, еще больше денег будет заработать. То есть цель, которую он поставил, это заработать деньги, а не чему-то научиться. Это такой ремесленник в очень плохом значение этого слова. То есть вот для вас это значение осознанное, положительное значение какое-то. Да? Вот. А кто-то назло другим сделать что-то. Вот, назло другим, чтобы другие потом завидовали. Тоже цель, но что за цель? То есть вот человек, допустим, спрашиваешь, а что вы хотите? Я хочу еще больше денег заработать. И зачем? С тобой я мог себе многое позволить. А зачем? Вот этот прием, а зачем? Он такой очень коварный, консультирный. Зачем? Чтобы еще больше себе позволить. А зачем? Он думает и говорит, ну, чтобы другие меня оценили. Я говорю, а зачем? И постепенно человек приходит к тому, что все это абсолютно бессмысленно. То, что он делает, и вся эта цель, которая вопреки кому-то или назло кому-то, вот, достичь чего-то и показать, какой я и чего я достоин, а вы нет, вот, а на самом деле абсолютно ничего не дает. Это в любом случае приводит к тому, что человек обесценивает то, чем он занимается. Начинает очень обесценивать. Но я считаю, что если человек будет осознанно задавать себе вопрос «зачем?» и идти по ступеньке, как вы рассказывали, дальше, то я думаю, он придет, в принципе, к своим основным целям, которые действительно для него важны. То есть не вот эта мишура, которая там, его окружает, а именно то, что внутренне он хочет. Да. Вот здесь мы тогда подходим к очень важной теме, это самоактуализированная личность. Ну, сейчас этого особо касаться не будем, но действительно, это не просто возможность человека стать всем, кем он хочет стать, это, наверное, больше шизофреником свойственно. Вот. А в первую очередь это достигать каких-то хороших результатов и заниматься тем, что человеку нравится. Самоактуализированная личность может... по факту быть просто творческим человеком, который не имеет в своей голове каких-то ограничений. То есть для него очень многие вещи возможны, потому что он убирает эти самые ограничения, защитные рамки. И тогда получается очень интересное определение. Но вот все-таки здесь, если мы говорим о самоактуализированной личности, начать нужно немножко с Райха. А Райх говорил, что сначала человек должен научиться радоваться, удивляться, изумляться, восхищаться, любить. Как часто мы сейчас чувствуем подобные переживания, испытываем их. Вот с этого все начинается. Мы сейчас очень
я бы сказал, депривированы, эмоции депривированы. Сейчас не до этого. У Васи Ложкина есть картина, где серьезные мужики изображены, называется «Не время улыбаться». Вот. Сейчас таких людей очень много, у всех мрачные лица, как у охранников в каком-нибудь институте. Вот они сидят мрачно вот так вот и о чем-то думают. Вот. Ну, надеюсь, что думают. Вот. Но дело не в этом, просто сначала включить себе эмоции. Это на самом деле очень непростая история, включить эти эмоции. Вот. Дальше, наверное, все-таки включить достаточно важный момент – это научиться понимать тех целей, которые мы хотим достичь. Вот для этого я, наверное, дам такое небольшое задание, инструментарий. Ну, обычно он проводится на листочках. Лучше взять порядка 6-9 листочков формата А4 и выбрать для себя пространство, некое помещение, потому что листочки надо будет класть на пол и по ним идти. Ну, идти не просто так, то есть кладете первый листочек, и когда на него становитесь, нужно вспомнить ситуацию в вашем детстве или в вашем подростковом возрасте, когда вы достигли чего-то важного, когда вы оказались довольны тем, что вы совершили. Кстати, сразу могу сказать, что некоторые люди не могут вспомнить ничего, за что бы они гордились в своем детстве или подростковом возрасте. Нет. Но если нет в детстве или подростковом возрасте, можете вспомнить более зрелый период. Но самое главное, чтобы обязательно все-таки это были какие-то неформальные, там, допустим, окончил школу, там, получил права или что-нибудь, а именно глубинно, что-то вот важное, за что действительно, от чего получали удовольствие. Прямо чтобы всплеск эмоций был. Ну да. То есть включить тот самый ресурс, который там в прошлом был. И здесь нужно как раз включить, эта техника как раз идет более из НЛП, включить то, что вы там видите, слышите, чувствуете. И проговорить это от первого лица. Я здесь вижу то-то, я здесь слышу то-то, я здесь чувствую то-то. Причем привязка должна быть на конкретный день. А у некоторых бывает блокировка следующая. Ну, я вижу себя в таком-то возрасте, но ничего не чувствую. Почему? Потому что были отрицательные переживания, их нужно было заблокировать, а если их разблокировать, будет страшно, больно, плохо, и, естественно, человек этого боится. Кстати, очень часто люди боятся своих страхов. То есть они боятся ожидания, это страх ожидания того, что что-то начнется. Не непосредственно, допустим, боли, а страх ожидания, начало боли. Человек идет к стоматологу, он уже чувствует, что будет больно. То есть это вот это состояние. Или, допустим, идет сдавать кровь из пальца и знает, что будет больно. Придется страдать. Он садится и уже начинает страдать. Еще не укололи его, а он уже страдает. Он уже испытывает боль, там, страшную, нечеловеческую боль испытывает он. Вот, соответственно, вот на первый листочек именно так. Второй листочек следом за ним кладете. И нужно назвать на тот самый момент ваши базовые принципы в жизни, когда вы совершили это достижение. Ну, принципов должен быть несколько, опять же, от первого лица. То есть поступай так-то, делай то-то и так далее. Или наоборот, не делай того-то, не поступай как-то по-другому. Третий лист следом за вторым нужно положить. Когда встаете на него, нужно назвать ваше отношение к людям на момент, когда вы это достижение совершили. Как вы относитесь к людям от первого лица. Я отношусь так-то, я не отношусь вообще, и так далее, по-разному бывает. Четвертый лист более интересный. Кладете его, соответственно, за третьим, и когда встаете на него, нужно метафорически представить себя на тот самый момент, кого вы себе напоминаете. Растение, животное, человека. То есть нужна картинка. Что это за изображение? То есть кто-то видит льва, который сидит на вершине, кто-то видит орла, который парит, кто-то видит оленя, который скачет, допустим, да, то есть там по-разному бывает. Вот, кто-то видит просто камень, как один из вариантов тоже бывает. Нужно эту картинку запомнить максимально. Следующий лист берете в обе руки, вот так вот держите, и, соответственно,
в зависимости от того, насколько цель это достижима, это важная цель в вашей жизни, которую вы бы хотели достичь, в зависимости от того, насколько она достижима, вы кладете этот листочек близко от себя или на отдалении, вправо или влево, как угодно. При этом часто бывает, что можно положить и на стол, и на подоконник там, и так далее. Положили этот лист так, после этого нужно будет туда встать, где, куда положили лист. К сожалению или к счастью, поэтому часто люди стоят на столах, на подоконнике там, и так далее. Но здесь, ну, обычно это упражнение проводится с психологом, и он в это время должен взять человека за запястье, вот так вот. Ну, тогда можете просто, если самостоятельно проводите, немножко заикарить это состояние. То есть, ну, не знаю, пальцы скрестить, там, кулак, там, ну, вот каким-то образом прочувствовать это состояние. Встаете на этот лист, закрываете глаза и чувствуете, вы достигли этой цели, которую вы поставили, что вы чувствуете. Насколько вам нравится эта цель, насколько она целесообразна. В зависимости от того, насколько вам эта цель нравится, некоторым не нравится. Вы либо закрываете глаза и стараетесь максимально запомнить это состояние физически и психологически, телесным, то есть где в теле отзывается, да, непосредственно это состояние, либо тогда делаете шаг назад к метафоре, берете следующий лист, почему я говорю, иногда и 9 листов нужно, и выбираете другую цель. И снова проводите ту же самую операцию. Иногда у некоторых людей таких целей будет несколько. Просто в зависимости, там можно пройти по цепочке от менее значимой цели к более значимой цели или глобальная цель какая-то. Кто-то доходит до кладбища, кто-то доходит до счастья. До кладбища тоже такое бывает. Тихо, спокойно, ровно, все стабильно. Я говорю, курс, что на кладбище пришли? Реагируют испуганно. Нет. Я говорю, да. Там все пронумеровано. Ну да, это кладбище. То есть человек стремится к чему? Реализовать себя для того, чтобы лечь на кладбище. Прекрасная мечта вообще. Вот такая мечта. И самое главное, не осознавал в должной степени. А бывает, человек действительно вот среди этих целей выбирает ту, которая для него оказывается очень значимой. Он стоит, он просто вот искрится, он светится весь от удовольствия. Ему там нравится находиться. И вот на этом листочке, когда выбираете правильную цель, можно ставить ровно столько, сколько считаете нужным. То есть можно и минуту, можно и 5, можно и 10, можно просто вот получить особое удовольствие, особый ресурс психологически от этого состояния. А потом придется идти назад, к метафоре, к четвертому листочку. Вот. И уже достигнув этой цели, нужно описать, поменялась ли метафора. Чаще всего она меняется, реже остается то же самое. Метафору подробно описать, это должна быть фотография. Именно фотография, она потом пригодится. Ну и дальше, соответственно, все эти шаги вот в обратном направлении, только вы уже достигли этой цели, поэтому изменилось ли ваше отношение к людям, изменились ли ваши принципы в жизни. И самое последнее, вы встаете на первый листочек в конце, и вы видите себя там, в детстве или в подростковом возрасте, когда вы впервые почувствовали удовольствие от того, что вы совершили какой-то важный для себя поступок. Вот. А теперь вы смотрите, достигнут уже базовой, важной цели в жизни, на себя того, и вот может быть ему что-то сказать можно, посоветовать, порекомендовать, за руку подержать, погладить по голове, не знаю. Ничего не сказать. Один плюнул в него, кстати говоря, было и такое. Вот это было очень странно. Я говорю, ничего себе, вы достигли этой реакции и решили себя уничтожить в прошлом. То есть мы потом прорабатывали это заново. У него была ненависть. А там, где ненависть к себе в прошлом, значит, это не отпустило его там. Вот мы потом это проработали. Потом он его принял. Очень интересно. Вот. И, соответственно, после этой методики обязательно листочки собрать. Вот, они значимы, их уже использовать нельзя никак, то есть они должны либо лежать, можете их выкинуть, конечно, но писать на них не нужно, это важные для вас ресурсы. Вот, и, соответственно, далее нужно обязательно в тот же самый день по возможности либо нарисовать или распечатать вот эту вторую метафору, которую вы увидели, и разместить ее у себя на рабочем столе, имеется в виду в рамочке, а не на рабочем столе компьютера, чтобы она была перед вами материализована. Вот. Вот эта методика, она довольно простая, но она очень хорошо работает. В каком плане? Она помогает построить ресурс, и этот ресурс держится
часто месяц, часто больше. Там, методика по-разному называется, и абсолютно по-разному называют. Но здесь важно немножко другое, что это очень хорошо работает с точки зрения включения этого ресурса. То есть, если у вас его нет, вы можете его включить. Но, конечно, там есть нюансы, потому что, когда это прорабатывается непосредственно при работе с психологом, там много нюансов будет заметно. Самостоятельно это будет немножко сложнее, но это хорошо работает. Действительно, поэтому здесь я могу эту методику порекомендовать. Она очень конструктивна. Ну и, безусловно, еще для вот этого вот внутреннего ресурса очень важны положительные, ну, науки положительного мышления. То есть не я начинаю выздоравливать, а я выздоравливаю. Не я начинаю менять что-то в своей жизни. Начинать менять в своей жизни можно бесконечно долго. Бросать курить можно всю жизнь. Я начинаю бросать курить. Ну, удачи. Я бросил курить. Или я бросаю курить. Да, разные совершенно значения. Потому что я бросаю курить, ну, тут бросил, там бросил, ну, везде намусорил, а толку никакого нет. Вот, понабросал там сигарет. Вот. А когда мы говорим о том, что нужно убирать лишние слова, которые на самом деле мешают, искажают наше мышление, тогда мы получаем хорошие результаты. Вот, пожалуйста, входит ресурс, получается ресурс. Ресурсов таких можно, конечно, как минимум несколько у себя включить, желательно, чтобы их было несколько. Ну и, естественно, в наше время я могу сказать одно, что 21 век в этом плане – это век более людей универсального мышления. Значит, должно быть не одно образование, а два, может быть, несколько больше. Не для того, чтобы было, да, вот, а для того, чтобы можно было переключиться. Когда человек все время занимается только одним и тем же, он постепенно выгорает. А если он может позволить себе вот периодически менять сферу деятельности, это может дать очень хороший эффект. Вот, ну что, вот, Кирилл, что-то хотите добавить, дополнить сейчас? Ну, я хочу сказать, что человек, ну, что психологические ресурсы необходимо восполнять, пополнять регулярно, потому что это непрерывный процесс. То есть стараться отслеживать свое состояние. И если ты начинаешь чувствовать какое-то ухудшение своего состояния, то, конечно, сразу надо подпитываться своими положительными ресурсами. Ну, я бы, наверное, тут дополнил. Не подпитываться положительными ресурсами. Сначала нужно понять причину, почему состояние изменилось. То есть начать с причины, а не со следствия. Потому что если вы будете подпитываться этими эмоциями, благодаря ресурсу, который вы включили, во-первых, вы этот ресурс очень быстро истощите, а во-вторых, состояние не будет меняться. Нужно понять, на основании чего состояние изменилось. Тогда либо это знание языка тела, что бывает важно, да, вот на уровне мимики, на уровне жестикуляции, в чем проявляется, на какой зоне тела именно идет это напряжение, если это физическое состояние, если психологическое, тоже понять, когда это началось и с чем это связано. Вот, и немного осознав причины возникновения подобного состояния, постараться их в той или иной степени либо решить, либо направить немножко в другое русло. Здесь я всегда говорю, что ломать ничего не надо. Нужно менять вектор. Немножко поменять вектор, вот как в лодке, вот там, где рулем управляют, да, то есть вот немножко поменяли угол, и корабль плывет уже совершенно по другим углам. То есть нужно аккуратно делать, но не нужно ломать весь корабль, чтобы новый корабль построить, который будет лучше предыдущего. Это мышление мы проходили в прошлом веке, вот, начиная с интернационала, вот, и так далее. То есть, да, весь мир насилием разрушим, а потом новый мир построим. Да? И вот слишком дорогое удовольствие и слишком много вам требует с точки зрения дополнительных ресурсов. Ну, получается, что лучше чуть-чуть исправить направление, потому что строить с нуля, да, заново, все-таки тоже задача такая трудновыполнимая.
Не, ну у кого-то и получится. Но это у кого-то. В большинстве случаев человек скажет, я пробовал, но у меня не получилось, и будет гордиться. У меня тоже не получилось, и у вас не получится. Вот его будет лозунг, вот его ресурс. Вот. Такое часто бывает. Наверняка встречали таких людей. Да, встречал. То есть человек один раз обжегся где-то, после этого он говорит, и у вас не получится, я от этого страдаю, и вы страдать будете. Вот такова наша доля, такова наша участь, говорит он, и наслаждается собственной значимостью от того, что у него что-то не получилось. К сожалению, ну я немножко, может быть, с юмором здесь вот это описываю, но это именно так. Вот поэтому, конечно, понять эти причины, а потом, да, менять. А ресурсы часто, вот постоянно новые ресурсы я бы, наверное, не совсем рекомендовал. Почему? Значимость ресурса будет истощаться. Это то же самое, как женщина, которая купила какие-то дорогие духи, и вот все время вот, пробует душиться ими, чтобы было лучше. В результате получится, что положительный ресурс выходит в минус. Потому что сначала был аромат, а теперь это уже не аромат называется. Это называется уже совсем по-другому. Вот и так как это называется, говорить не хочу. Вот, может быть, она их выпила. Вот, а может быть и нет. Но запах бывает такой, вот это не аромат. Вот. И, соответственно, ну, тяжелый угар такой бывает вот, вот этих духов. То есть это вот когда ресурсы используются максимально. Кстати, для женщин действительно часто бывает аромат, это тоже ресурс. То есть цветовой ресурс, ольфакторный ресурс, то есть запахи, это тоже важно. Ресурс, допустим, одежда. Вот, допустим, та одежда, которая нравится, это тоже ресурс. То есть ресурсов на самом деле очень много, но базовые ресурсы не нужно менять. И вот один ресурс вы включили, и пускай он работает. Можно еще один. Все вместе они не пойдут. Они будут друг друга не то что подавлять, но обесценивать. Ну, это просто такие мои небольшие наблюдения, замечания. Понял. Ну, вот такая тема была достаточно важная. Сегодня я немножко больше говорил, но я думаю, ничего страшного. Почему? Потому что такая тема важная и существенная. И что-то я тут тоже могу дополнить, добавить. Ну, а вот Кирилл потом постепенно тоже будет больше рассказывать. Просто это такая у нас, я думаю, что не последняя беседа. Вот. Но главное содержание. Именно содержание и вот работа с ресурсами, тема важно. Кстати, еще последнее замечание. Сейчас у нас 28 декабря, скоро Новый год. Обычно принято начинать с нуля Новый год, то есть обнулить прошлое и начать с нуля. Но обнулить прошлое и не сделать выводов от предыдущего бессмысленно, опять же, то есть это не ресурс, это попытка сбежать от себя. Поэтому, ну что, я советую, наверное, сделать выводы по поводу прошедшего года, найти там положительные ресурсы, которые были, обязательно были, какие-то воспоминания, какие-то успехи, какие-то наблюдения, которые могли быть важными. Ну и по возможности поставить для себя цели, ну более конкретные цели, более понятные для себя цели, которые вы реально хотите, а не так, что хочу, чтобы вот что-нибудь там типа того. Вот, вот это хочу, чтобы типа того и будет. Вот чтобы. А вот, ну да, часто так люди выстраивают свою жизнь. То есть, чтобы цели на будущий год вы продумали уже сейчас, может быть, они у вас и есть, и, соответственно, взять ресурсы из прошлого, прошедшего уже времени. Ну что, Кирилл, благодарю вас, коллеги. Да, и я тоже. Давайте тогда на сим на сегодня завершим. Ну и до следующих встреч. Хорошо, да, благодарю. Всего доброго.